Однажды мучим лесу, забрались джейн. Два полосатых тигра, один полосатый. Желтый лев. И они собрались на битву. И началась битва. Бед началась, потому что шлон наступил опутиво. Тигр возразился. Через дверь собрались на битву. Когда в концов один тигр умер. Битва продолжалась. Потом она закончилась. Победил убитый слоненок и ев. Ну и никто не устроился. Однажды Супермен шел домой. А потом Человек-паук шел домой. Бэтмену, чтобы там что-то разрушить. И они подрались. Но победил Супермен. Человек-паук умер, потом ожил. Опять. А я там гулял Бэтмен. Бэтмен пошел в дом. А уж дома еще была собачка. Он увидел драку и стал драться тоже. Бэтмен победил. Человек-паука победил. Потом он запел песню «Победите я». Я герой. Я герой. Я герой. Я всех спасу. Иду по ее садьбе. Паук пытался убежать, но Бэтмен его заметил. И победил Человека-паука опять. И опять запел песню «Победите». Я герой. Я герой. Я герой. Всех спасу. И они все на те самые посадили. Сначала мы, потом Человек-паук, а последний Халк. А сам последний Человек-паук. Ну, Халк живой, конечно. Был волк, где подок его подкинул ногой и зарычал. Ему в лобон убежал. И они побежали домой. И они все пришли домой. А где подок пошел и зарычал. Человек-паук пошел себе домой. И среди всех своих врагов. И дошел. На этом история закончилась. О, ясно. Я герой. Я герой. Я герой. Спасу. Моей историей самое главное, чтобы все себе лучше. Победят все на Человек-паука. Все, конец. А Катюша молодец.